Здравствуйте, друзья! Решили засолить хамсу. И ее решили засолить не обычным способом, а именно без косточек. Давайте мы вам продемонстрируем, как ее очистить от лишнего. Нужно сначала удалить голову, затем вынуть кишки и удалить хребет. Все это занимает несколько секунд, но она уже отлично подходит как под засолку, так и под жарку. Такими быстрыми и легкими движениями она очищается от всего лишнего и становится пригодной для свободного жевания. Для вас прошло мгновение, а для нас 10 минут, и у нас получился вот такой довольно большой тазик хамсы. Ее осталось промыть, и мы приступим к засолке. Итак, хамсу мы хорошо промыли, а для засолки нам понадобится лавровый лист, немного перца горошком и соль. Итак, начинаем с добавления пары листков лаврового листа. Далее добавляем несколько горошин черного перца и на такой тазик мы возьмем пару ложек соли. Осталось только перемешать. После того, как мы это все перемешали, нам осталось уложить хамсу в банку. Итак, вот мы уложили хамсу в банку. Нам осталось добавить 3-4 горошка перца, пару листиков лаврового листа и закрыть все это дело крышкой. Дальше мы убираем банку на 2-3 суток в холодильник и потом по прошествию времени наслаждаемся хамсой без костей, которую даже не стыдно угостить гостей. Итак, повторим, что нам нужно было для засолки хамсы. Первое и основное – это мы очистили хамсу от всех ненужных частей. Дальше мы уложили ее в банку, сначала мы ее промыли, уложили в банку, добавили соль, лавровый лист и перец горошком. Перемешали и уложили уже в такую банку, чтобы убрать потом в холодильник на 2-3 суток. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья!